Сегодня в Сумгаитском химическом промышленном парке состоялось открытие завода по производству полипропилена, построенного в рамках проекта Socar Polymer, сообщает Азертадж. На церемонии открытия присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Италии Серджо Маттарелла. Президенты двух стран выступили на церемонии открытия завода. Затем выступили глава госнефтекомпании Азербайджана Равнак Абдуллаев и руководитель компании Майри Технемонт, Фабрицио Диамато. Ильхам Алиев и Серджо Маттарелла были проинформированы о заводе. Затем главы государств ознакомились с продукцией предприятия. Не забудь подписаться на канал.